Здравствуйте, ребята! Мы рады приветствовать вас на новом уроке безопасности на дороге. Сейчас к нам присоединится тетушка Сова. А пока... Яша, Кеся, о чем спор? Да, Сима, думаю, ты права, но лучше спросить у тетушки Совы. А вот и она. Извините, ребята, немного задержалась. Здравствуйте. И вы, мои дорогие помощники, тоже здравствуйте. Були от меня особый привет. Еще раз извините, помогала одному знакомому зайчонку перейти через дорогу. Вот и опоздала. Тетушка Сова, мы тут играли в дорожные знаки и поспорили, что это за знак такой, который показывает Яша. А ты как думаешь, не послуха? Честно говоря, не знаю. Может, ходьба на месте? Такого дорожного знака не существует. А вы, помощники, знаете? Давайте все вместе выйдем на улицу, где расскажу вам о том, какие бывают дорожные знаки. Только чур держаться всем вместе и не баловаться. А вот и тот самый предписывающий знак. В синем круге нарисован шагающий человек. Называется он пешеходная дорожка. И показывает, где мы, пешеходы, можем спокойно ходить, гулять. А машинам сюда заезжать нельзя. А вот этот знак тоже в синем круге, но уже велосипед. Называется велосипедная дорожка. Это специальная дорожка для велосипедов, верно? Правильно. И пешеходам на эту дорожку хода нет иначе. Могут случайно наехать на лапу, как Кеси. А зазевавшегося пешехода могут сбить с ног и поранить. Пойдемте дальше. Все дорожные знаки различаются по цвету и форме. Яша, осторожнее! Ты можешь кого-нибудь сбить. Поздно. Учить знаки никогда не поздно. Вот этот знак запрещающий и означает: движение пешеходов запрещено. Внимание! Все красно-белые знаки запрещающие или предупреждающие. Это значит, что нам в том месте, где стоит этот знак, гулять нельзя. Молодец! А вот этот знак. Велосипеды запрещены? Почти угадал. Знак называется «Движение на велосипедах запрещено». Это значит, что Кеся и Яша нарушают правила. Еще главное запрещающие знаки. Выглядят они так. Этот знак означает «Движение запрещено, машинам здесь ездить нельзя». Знак «Въезд запрещен» похож на кирпич и означает «Осторожно, стройка». Шутка. Это знак я знаю. Въезд запрещен. Есть еще предупреждающие знаки в виде треугольника с красной каемкой, а внутри нарисована та самая опасность, которую он предупреждает. Давай проедемся, я покажу тебе, ребятам, некоторые из них. Впереди знак «Пешеходный переход». Это значит... Внимание, пешеходы! А этот знак называется «Дети». Ага. Знак «Осторожно, олени». Правильно, дикие животные. В этих местах дорогу могут перебегать животные. Неровная дорога. Верно. Кто-то впереди копает. Знак дорожной работы. Надо быть внимательными. А это что за знак? Впереди тоннель. Ух ты, самолеты. Причем низколетящие. А эти полоски? Приближаемся к поезду. К железнодорожному переезду без шлагбаума. Надо остановиться. Есть еще очень много разных дорожных знаков. Я советую тебе не послуха и всем ребятам заглянуть в книжку о правилах дорожного движения и самим узнать, что каждый из них означает. А если будет что-то непонятно, то спросите у родителей. А сейчас, обрати внимание, мы уже подъезжаем к нашему двору. Так быстро вернулись, я бы еще покатался. Всему свое время. А сейчас пора прощаться. До свидания, ребята. Побегу к друзьям в знаки играть. До новых встреч, детишки, на уроках безопасности на дороге.